Не следи за гудком, а следи за станком. Всем привет! Сегодня сделаем самоделку из амортизатора. Самоделка несет характер, очень полезная. В общем, не буду долго разговаривать, все поймете сами. Давайте начнем и сделаем ее. Поперли! Есть у нас вот такая вот стойка. Это стойка от машины, наверное. Это стойка, скорее всего, от BMW, старенькая E39. Сейчас мы ее распилим как надо. Так, для начала нам надо эту стойку распилить, отпилить от нее вот такое вот столько вот, или столько. Давайте это сделаем. Да прибудет сила ко мне! Рукой разломал не очень ровно, надо немножко все обработать, ну и чтобы заусенцев не было. Получилось все очень ровно. То, что нам надо. Пошли дальше. Так. Так, короче, так. Теперь это откладываем в сторону. Наш полуамортизатор откладываем в сторону и приступаем к другой запчасти, которая нам понадобится, чтобы сделать нашу самоделку. Кстати, друзья, я завел себе Инстаграм и советую вам перейти подписаться, потому что там будет очень интересные фотографии, то, что не вошло в видео, какие-то обрезки видосов. Короче, будет прикольно. Переходите, подписывайтесь, ссылка внизу в описании. Для того, чтобы начать с ним работать, с этим диском, его надо почистить хорошенько. Я даже думаю, наверное, я его обожгу сейчас. Вот наш диск уже чистенький более-менее, я его даже водичкой сполоснул с мыльцем, чтобы было все вообще чики-пуки. Сейчас мы сделаем три отверстия на равных расстояниях. После того, как просверлили отверстия, нам теперь нужно взять гаечки и приварить их сюда. Так, ну что сказать, сварщики, конечно, не самые лучшие, но для себя пойдет. Вот такая вот приблуда пока получается. Теперь возвращаемся к нашему диску и заканчиваем уже нашу самоделку. Осталось единственное, что сделать, это наш амортизатор присобачить к нашему диску. Все закончили, все вроде получилось. Теперь я немножко ее облагорожу, нашу самоделку, и покажу, для чего она нам нужна.
Вот такая крутая самоделка сегодня у меня получилась. Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Счастья, здоровья всем. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии и поздравляйте друг друга с Новым годом. Всем пока-пока!